всем здорово, чуваки! С вами Джейл, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с крутой рубрикой «Найди по фото». Всем здорово! Ну а сегодня, чуваки, мы с Пашей станем настоящими водяными или же акваменами, потому что в коллекции у нас подготовлено три машины с суперспособностью, которая позволяет им плавать под водой и на воде. Первая машина — это Строберг, второй на очереди — лодочный фургон, и третья машина — амфибия, который сегодня мы будем прятать по всей карте GTA 5, но при одном маленьком условии. Каждую тачку мы фотографируем на свой телефон и отправляем сопернику. Ну а далее проверим, кто по фотографиям отыщет коллекцию круче и догадается, где они спрятаны. Поэтому, ребята, я пожелаю сегодня вам приятного просмотра и приятнейшего аппетита, кто сейчас кушает. Ну, если вам понравится такая супер рубрика с водяными тачками, поставьте лайк и тем самым поднимите мне безумно настроение. Ну а мы тогда не будем тянуть, погнали прятать наши плавающие супермашины! Наши прятки начинаются, ребята, и первую тачку, которую я буду прятать, это будет плавающий Стромберг, который сегодня я специально решил запрятать именно в центре города Лос-Сантоса. Паша будет думать, что я буду прятать в океане, в море, но, ребята, все намного проще. Я знаю, где находятся секретные бассейны, и один из бассейнов находится вот в этом квадратном доме, в который никак нельзя заехать. И чтобы туда попасть, ребята, в секретный бассейн, я специально нашел и пригнал, ребята, что? Грузовик с прицепом, который мне поможет запрыгнуть прямо на крышу. Ну что ж, попытка не пытка, наша рубрика начинается, поэтому, ребята, лайкосика не пожалейте. 3, 2, 1, супер трюк, погнали! С первого раза, вы посмотрите, прям как Паша в форсаже в своем. Так, давайте первую фотку сделаем для Паши, знаете какую? Вот такую вот, плакат «For Леолеся». Во, идеальное место для нычки. Так. Все, прицеливаемся, чики-брики, фоткаем. И если он найдет эту фотку, только тогда получит фотки тачек. И первую машину, ребята, паркуем прямо задним ходом в бассейн. 3, 2, 1, маскировка на ура. Вот и первая нычка, ребята. В этот дом нельзя никак на машине заехать, а только пешком забраться через крышу. Поэтому достаем фотоаппарат и фотографируем ее. Посмотрим на интуицию у Флейзена. О, опа! Ну все, отправляемся за второй супер тачкой. Следующая машина, ребята, называется фургон на колесах. Только это неправильный фургон. Я не внутри, я сверху что-то делаю. Кто разрабатывал этот фургон? Короче, тактика номер 2 называется прячем тачку снова в бассейне, только теперь не в закрытом бассейне, пропускаю вас, мистер, а в открытом, в одном из миллиона домов. Короче говоря, тактика называется успей найти за 8 минут, потому что, ребята, мы сейчас берем, прячем эту машину, и вы посмотрите, вот открываем карту, и тут сколько домов, и в каждом доме есть бассейн. Чтобы Паша отыскать эту машину, придется ему все тачки проверять. Ой, а точнее дома. Ну что ж, давайте сфотографируем на фоне вот этого заборчика. Я думаю, он может вычислить, ну, максимум по деревьям только. И опля! Вот и все, остается финальная наша машина. А вот чтобы спрятать последнюю тачку, ребята, мне пришлось немножко попотеть и потрудиться, чтобы незаметно взять вертолет и на нем уже отправиться ворвать, а точнее прятать последнюю машину, ребята, которую сегодня я хочу запихнуть прямо на крышу казино. Именно на крыше есть еще один бассейн, в который Паша фиг заберется. Поэтому это будет довольно крутое место, где можно выбросить эту машину. Ой, главное только с первой попытки, чтобы у меня все получилось идеально. Отцепляйся! Получилось, я же сказал. Ну а теперь, ребята, маски этот вертолет незаметно, чтобы Паша его потом не нашел, и выпрыгиваем на парашюте. Поберегись! Сделать надо только одну фотографию, и моя коллекция полностью спрятана. Ой-ой-ой-ой, опасно. И вот так приземляемся. Ну все, вертолета поблизости нету, осталось сделать только фотку красивую-красивую и незаметную. Вот так вот, я думаю, просто супер. Ну что ж, погнали посмотрим, куда Паша спрятал мои тачки, и уже попробуем их отыскать ровно за 7 минут. Но сегодняшние поиски, ребята, пройдут у нас на крутых квадроциклах. Причем многие даже не знают, что эти квадроциклы умеют, ребята. Раз, два, три, трансформируемся. Поплыли. Вот так. Короче говоря, они могут и по воде, и по земле ехать как угодно. И сегодня по правилам мы скидываем первую фотографию с подсказкой. И кто ее находит, получает остальные фотки. Поэтому, Паша, таймер наготове. 3, 2, 1, погнали! Стартуем! Стартуем! Итак, первая фотка, я тебя скидываю, а ты? Я тоже скинул, лови! Ой!
Это пляж! Я понял, пляж. Я так и знал, что ты поедешь туда прятать. А ты догадался? Какой это пляж? Ты это догадался или что? Да, это пляж! Тут один пляж есть, ты что? Или ты что-то придумал? Нет, вообще-то это во всем океане там вот пляж. Сам спалился, не может даже что придумать. Поэтому это обыкновенный пляж Лос-Антоса. Летим туда, чуваки! Быстро. А ты мне скинул просто здание какое-то и вывеску. Вывеска, ты должен знать, где находятся магазины. Если там присмотреться, то в уголку может быть подсказка маленькая. Там потому что CNN написано, это здание новостей. Вот где но он находится, дальше, я понимаю, что это город, и я буду искать все кирпичные здания, на которых есть вывески. Давай кирпичные здания. Ну вот если ты найдешь эту фотку с подсказкой, когда тебе скинут тачки, ты просто офигеешь, потому что все машины я замаскировал на 100% жестко. Ну, Леха, я надеюсь, что ты не найдешь моего дракона, потому что я его маскировал. Конечно. Все, я приехал на пляж. Теперь, ребята, смотрим на фотку. У него дракон на газоне. Я нашел, знаешь что? Дракона не нашел. Я нашел акулу. Это считается? Нет, это не считается. Пока дракона не найдешь, я не скину. Ладно. Смотрим, ребята, по газону мы катаемся. Так, газон. Я знаю, где... Все, я догадался. Этот дракон возле спасателей находится. Стопудово прямо там находится эта фотка. Я наоборот взял и за пирсом это спрятал. Нет, он где-то тут. Мне кажется, я его даже встречал недавно. Где-то тут. На капоте замок. Нормально, тут эти спасатели на капоте замки строят. Так, чуваки, смотрим. Газон у него на фоне здания, поэтому он где-то возле берега. Вот где-то недалеко, мне кажется. Очень похожее место. Ну и пока ты не даешь, я не скину, я еще говорю. Главное его не проехать. Это не дракон. Что ты меня? Это змея. Это змеюка. Это дракона-змеюка. Какая тебе дракона-змеюка? Что-то подозрительное, я, кажется, увидел. Да, фотка найдена. Скидывай тачки, быстрее. Ладно, в следующей серии я похуже буду прятать. Слушай, похуже, я тебе дам похуже. Ладно, отправи, лови. Я вижу. Ты... Ах ты, вонючка. Он все тачки специально под водой спрятал, чтобы я не догадался. Вонючка. Смотрим, под водой у него получается грузовик, под водой у него стромберг. А вот амфибия у него в клетке. Ее будет легче всего отыскать. Так, ребята, смотрим. В клетке. Получается, возле пляжа есть какая-то клетка, в которую он ее посадил. Там еще лестница есть. Да ладно, я догадался. Это стопудово где-то вот тут. Опа! Или не туда? Это не тут. Блин, подожди. Я сейчас буду искать минут 10, наверное, эту лычку. Тем более, прошло уже 3 минуты. Лёха, а я нашел твою фотку, которая находится тут. Возле напротив казино. Ты чё, офигел напротив казино? Ладно, скидываю тогда фотки тачек. 3, 2, 1. А вот теперь рискни и попробуй их найти. Это у тебя не получится. А что это за фотки такие? Давай. Бассейны, Паша, где такие бассейны находятся? Найдешь, не найдешь? Так тут такого вообще нет. Есть. Ты понимаешь, что бассейны есть в каждом доме. Тебе придется всю территорию объехать. Лёх, я кое-что вспомнил. Мы недавно записывали возле казино, и там есть один маленький такой бассейн. Маленький? Прямо на казино. Нет, он там как раз гигантский. Вот на казино. Подожди, ты думаешь, что казино? Я на казино на крыше бассейна спрятал? Ты нормальный? 100%! У тебя что, тачки плавать? Ой, тачки наоборот. Тачки плавать умеют, летать они не умеют, Паша. Логически. А ты это лайфхакер, ты можешь помочь веревки туда забраться. Да, нет, я тебе вот отвечаю, даю честное пацанское слово, веревки я сегодня не использовал. Вот так, что туда не едь. Нет! Я нашел амфибию! Нет! Как я нашел? Я забрался. Но я тебе правильно сказал, я веревку не использовал, я другим способом там оказался. Ребята, проверяем корабль. Я знаю, а я не скажу тебе. Я знаю, где находится, ребята, у него амфибия. Она лестница, это клетка, значит, в корабле у него, стопудово внутри. Так, берем разгон. Ты думаешь, я клетку чего не использовал, да? Да, ты использовал клетку и лестницу, она находится внутри. Да, там я не могу... Как я сразу не догадался! Я нашел не амфибию, я нашел фургон на колесах. Да, конечно, супертачка. Стой, получается, клетка не тут, не на корабле, а где у него клетка? Или клетка? Вон там может быть клетка, но клетка у него возле воды стопудово, это темное место, какой-то туннель. Что такое? Я уверен на 99,9%, что ты эту клетку не найдешь вообще. Я понял. Посмотрел внимательно на фотографию и увидел, что Стромберг рядом с палочками какими-то спрятан, Паша. Палочки! А что есть за палочки возле пляжа? Это правильно, пирс! Пирс! Палочки, пирсовые палочки. Где там палочки? Палочки, тут куча палочек, ребята. Смотрим, желтое пятно. Где? Да ты охренел, тут эти миллионы палочек.
Или он где-то вот замаскировал. Ищи одну палочку возле Стромберга. Я найду. Я сейчас на этот гидроцикл пересяду, он быстрее плавает. Ребята, быстрее, патрулируем все палочки. Все палочки в этом городе. Надо вниз смотреть. Так, надо приблизить камеру. Слушай, вниз, мне кажется, вниз, для этой серии нам надо было это подводная лодка, чтобы реально искать тачки. Подводные лодки. Нет, чуваки, вот реально лайкосиком поддержите, потому что такие серии мы выпускаем довольно редко. Чтобы тачки умели плавать, и тем более под водой их максимально трудно искать. Все, самая крутая нету. Суперспособность. Да, самое-самое. Так, получается, по времени остается 2.5 минуты. А нет, я вру, 1.5 минуты. Полторы минуты! Ой, да так, я не могу найти! Тут очень много палочек! Мне кажется, что-то желтое было! Справа! Я видел или не видел? Показалось! Желтое или не желтое, показалось! Я отвечаю! Справа что-то желтое было! Ребята, смотрим! Ты пока сколько тачек? Одну нашел всего, я да? Я только одну амфибию! Вот, блин, и еще амфибию дальше! Ну, кстати, это была самая жесткая нычка для меня, потому что амфибию было довольно это трудно запульнуть. Это самая легкая нычка по форме, ты че? Нет! Подожди, а очень, ну-ка! Ай-яй-яй! Ну-ка! Сейчас, ну-ка, нырну! Ой, кажется, нашел! Да! Да блин! Стромберг найден! Подожди! Осталось последнюю машину найти ровно за 30 секунд. Я не понимаю, у него на фотке, смотрите, клетка, у него на фотке лестница и на фотке красная труда. Труда, говорю, труба. Что? Нашел! Фургон нашел, фигню полную. Эй, фургон нашел. Так, трансформируйся. У него где-то на суше спрятана амфибия. Или на американских горках она у тебя. Подожди, а вот тут нет случайно клетки никакой. Так, проверяем. Лёд, ну пока что ты мыслишь очень отдаленно. Это точно не горки, не американские. Дай подсказку, остается сколько у нас? А время вышло. Блин, где она была? Лёка, она была под землей. Под землей? Слушай, под землей. Ты офигел, что ли? Какой землей? Там если заехать, это самое в один горик там будет. В туннеле была, что ли? Подожди, только не говори, что она была вон в том туннеле. Вот в этом туннеле, серьезно? Там после пирса получается. А, я отсюда, походу, вижу. Вон там желтым справа светится. Я думал, это американские горки. Получается, Паша все-таки круче нашел тачки. Ладно, забираем тогда наши машины. Я беру стопудово сегодня Стромберг, а Паша Стромберг не нашел. Ты что берешь? Фургон забираю, он быстрый. Фургон! Ничего он не быстрый, он такой неуклюжий. Ну что ж, тюнингуем тогда наши машины, ребята, и переходим к водным испытаниям. А теперь, чуваки, готов вам представить лаймовую ламбу. Посмотрите, она выглядит просто офигенно, обупенно. А у Паши фургон, дом на колесах. Смотри, у тебя там целая квартира внутри. Короче, сейчас мы проверим, кто из нас самый быстрый гонщик. У меня супер ламба, у Паши супер квадрат, наверное. Да. И кто быстрее преодолеет наше водное испытание в виде водной гонки, тот получит сегодня первый балл. А гонка у нас идет прямо через речку под мостами до следующего моста. Кто его преодолевает, получает 1 балл. Ну, ребята, в комментариях давайте из вас проверим самых быстрых. Напишите в комментариях, каким вы по очереди посмотрели мой ролик. Кто-то первый, кто-то 10-й, кто-то 1000-й, например. А кто-то пришел со школы и вообще 5000-м смотрит ролик. Напишите или реально. Или 100-тысячный. 100-тысячный. 100-тысячный подписчик, прикинь. А кто-то вообще 149-й. Тому поставлю сердечко. На самом деле, всем поставлю сердечко. Кто напишет комментарии ровно за 1 день. Давайте вот 1 день пишите комментарии, каким вы успели ролик посмотреть. Ну, а мы тогда начинаем нашу гонку. 1, 2, 3. Погнали. Пропускаю. Давай, Дидон. Пока. А теперь смотри. Супер разгон. 1, 2, 3. Убираем колеса. Погнали. Бабочка. Паша. Проблема. Офигеть. Убираем. Давай. Этот сейчас булыжник. Утонет стопудово где-то. Нет. Я вас понял. Я не утону, я плыву. Давай. У меня-то ламба еще колеса умеет выдвигать. Поэтому, ребята, сейчас быстренько по земле догоним его. И теперь опять вот тут. Раз, там два, три. Убираем колеса. Погнали. Давай. Да. А у меня еще пулеметы и торпеды и ракеты есть. Так что далеко ты не уплывешь. Слушай, это торпеда. Уйди от меня. Смотри. Вот она. Бамбалейла. Ой. Что такое? Что, проблемы какие-то? Ой, как-то не трудно управлять, чуваки, чтобы вы понимали. Стромберг это самая трудноуправляемая машина. Лёха, если ты хочешь вырваться вперед, то я тебя протараню. Нет, ты на своем бубльбухе
духе. Давай, смотри, Я зеленая акула, зеленая пиранья, которая сегодня одержит победу. Просто. Ты слизняк. Какой слизняк? Я слизень из Майнкрафта, что ли, по-твоему? Нет. Да, такой квадратик. Я зеленая пиранья, понял? О, боишься пираньи? Я зеленая пиранья. Сам ты сопля. Ты красно-желтый булыжник на колесах, понял? Вот ты. Давай. Спанч Боб. Кто Спанч Боб реально? Ну ладно, давай Спанч Боб. Меня Спанч Боб преследует. Спанч Боб тебя уничтожает. Ты что? Это баги, игры, глюки какие-то. Ты у меня полетел, как птица. У лампы настолько низкая подвеска, что она даже по воде цепляется всем, чем можно. Давай, разгоняйся, разгоняйся, пушка. Я слышу взрывы, но я надеюсь, что ты меня не догонишь. Ты у меня реально... Ребята, кто это видит? Смотрите, что? Я пчелка моя. Какая ты пчелка моя? Ты куда полетел? Ты нормальный? Пока. Чтоб ты понимал, а ты плывешь у себя на экране, да? Я плыву, конечно, ты да. Ты у меня просто по воздуху катаешься. Смотрите, кусты, двери закрой. Это из-за дверок я вспомнил, это баги такие. Буги-буги. Просто посмотрите на него. Эй, буги-буги, ты офигел, что ли? Сейчас. Но мне кажется, я тебя победил. Спускайся давай. Нет. Ребята, это пипец. Нет, зеленая акула, давай. А кто победил? Я даже тебя не вижу. Ты где? Я лечу. Бабка моя улетела. Куда ты, бабка моя? Эй! Пипец, ребята, смотрите. Как ты это делаешь? Наверное, крылья. Получается, Паша одерживает первый балл реально в первом испытании. И переходим ко второй тогда нашей битве. Ну, ничего страшного, чуваки, что я проиграл Паше, потому что во втором испытании я точно отыграюсь. Моя лама быстрее, для испытания догонялок подходит идеально. Именно так называется вторая битва. Смотрите, чемодан на колесах красно-желтый. Ну что, готов проигрывать? Готов выигрывать. Правила напоминаю, за 2 минуты кто уезжает от воды, тот и получает 1 балл. Дам тебе 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Ой, вы посмотрите на него. Иди сюда. Зеленая пиранья. Атака титана. На тебе. Теперь, ребята, просто берем и вот так делаем. Смотри. Я могу так сделать. Все, он не поместится. Чемодан, ты где? Куда он уехал? Ты думаешь, я это что? Буду что? Так обещать? Нет! Да! Я думал, ты сзади меня. Ладно. Давай. Да меня бочка преследует. Бочка напала. Бочка. Пока. Давай. Уезжай. Ой, я могу у него пострелять в него. Давай, смотрите. Пулемет. Не надо меня стрелять. Пошел, бабу. Бери. 3, 2, 1. Куда собрался? Стоять! Давай, касание. Нет! Улетел. А вот сюда сейчас атака будет. Атака, кусь. На! Какой кусь ты, блин, не тот! А теперь, ребята, уезжаем назад. Смотри, вот так догонишь меня? Я понял. Надо воду. Ой! Смотрю, но не учусь. 1, 2, 3. Убираем колеса и погнали! Да! Ты понимаешь, что я быстрее по воде, так нет, я тебя коснусь. Вот ты воды, а я под воду могу вот так. Опа! Ты останешь меня! Зеленый красный! Это честно! Все, ребята, выплываем быстрее. Так, главное, чтобы он меня не увидел. Нет, разворачивайся, давай! Я на другой берег плыву! Оу, я уже на другом береге! Лёха, не придумывайся, я вижу твой ник! Ай-яй-яй, где ты мой ник видишь? Смотри, застрял там, реально! Давай! Кто такой? Откуда тут столбы посадили, высадили тут? Смотри, по времени остается у нас ровно 30 секунд, точнее чуть больше. Но, ребята, надо прятаться вот тут. Аккуратно пропустите. Но ты, Лёха, не спрячешься от меня. Я от тебя как крутой маньяк. Ой, да ладно, не спрячешься. Так, бочка, я от нее подальше буду держаться. Давай, Стромберг, ты победишь. Откуда это мы поехали, папа? Давай, заезжай. Ой, слишком большая неуклюжая машина ездит. Да хватит так делать, ты ёхарный бабай. Пропустите. Давай. Что? Да ты опять... Натурил меня! Нет. Ребята, Натурили, время. На 4 балка. Иди в другую сторону, нет. Ребята, уезжаем! Я догоню! Чуть не проиграл. В последний момент, ребята, заметил его. Получается, время вышло. И теперь счет у нас 1-1. Переходим в финале нашей битве. И, наконец-то, финальная битва, как я и сказал, называется только на последний выживший. Вот тут, ребята, кто не знает, шансов у меня больше победить. Потому что с 5 звездами мы врываемся на военную базу. И кого взрывают танки, тот и проигрывает. Но моя тачка бронированная. Бронированная, Паша, у тебя не бронированная. А у меня она тоже бронированная. У меня спасает, знаешь что? Что такое? Ну. Занавески вот в окнах. Занавески бронированные. Ну, кстати, хоть у меня машина бронированная, я не знаю, сколько выстрелов она выдержит из танка. Ну, один должна выдержать. Если не выдержит, я офигею. Лёха, а давай я выйду сейчас с РПГ в тебя, смолю это, посмотрим. Иди ты в себя стреляй с РПГ. Я придумал. Смотри, когда колеса убираешь, машина летит дальше. Давайте долетим до ангара. 1, 2. Бубль-бух, не подойди ко мне. 3, смотри. Сейчас главное вовремя убрать колеса. Погнали, убираем.
Лечу, мне кажется, это по-другому работает. Недолет. Стоять! Я вас знал! Помогите! Выпадите! Ой, не, меня не взорвут, Паша. Меня никто не взорвет. Кстати! Нори, я включил карту, а не один военный. Не, а, вот, заметили меня. Здорово, генерал, садись ко мне, подвезу, быстрей. Генерал, бей его. У меня тачка бронированная, вы меня не пробьете. Бип-бип, экспресс-доставка. Да нет. Где танки на танки? Танки, вон. А где реально танки? Подожди, я думал, обманщик, тут есть танки. Ребята, зря я послушал его. Хотел Паше показать, что танков нету, в итоге они тут есть все. Так, налево. Танки! Извините, я не туда повернул. Направо, сторону. Кого-то бомбанули, ребята. Итак, проверка. Давай. На! Вышла. Не вышла. Один выстрел. Все-таки Стромберг выдерживает. И тут моя тачка оказалась круче. И я занимаю первую победу. Ну, а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. Ну, а если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну что ж, чуваки, а на этом видос подходит к концу. Кому понравился, ставь лайкос. Ну и кто хочет получить сердечко от меня в комментариях, напишите, каким вы по очереди посмотрели мой ролик. Интересно почитать. Ну а с вами был Джайл Флейзин. Ссылка на Пашу будет в описании. Всем удачи, всем покедова. Всем пока.